Одесситы вышли на защиту парка «Юность». Акция протеста состоялась под зданием Приморского райсуда. По словам людей, борьба с вырубкой деревьев и строительством в парке ведется уже почти 5 лет. Активисты отмечают, что ранее горсовет принял решение ограничить стройку в парке. Застройщик, в свою очередь, подал на муниципалитет в суд. Люди требуют привлечь их к судебному процессу в качестве третьей стороны, а также остановить строительные работы и вырубку зеленых насаждений. Стало известно, что в Приморском районном суде сегодня в 2 часа будет рассматриваться административное дело по иску гражданина Патуридиса к Одесскому городскому совету. По данному иску он требует отменить решение сессии городского совета 2015 года, которое было вынесено в пользу людей и, так сказать, ограничивая его права на застройку и вырубку деревьев в парке «Юность».